Современная вакцина достаточно надежно защищает организм от гриппа. Прививка действует в 80% случаев. Быстрая и относительно безболезненная процедура позволяет избавиться от необходимости пить лекарства от гриппа и стойко переносить все его симптомы. В этом году, согласно постановлению Министерства здравоохранения России, должно быть привито 60% населения и 75% из групп риска. На сегодняшний день мы привили 7336 человек. То есть на сегодняшний день практически полностью у нас на 95% охвачены медицинские работники вакцинацией. Особенно важно проходить вакцинацию людям со следующими показаниями. Возраст старше 60 лет, хронические заболевания, гипертоническая болезнь и ожирение. Ведь они более подвержены заболеванию гриппом. Они рекомендуются делать тем, у кого есть аллергия на куриный белок. Для проведения вакцинации вам необходимо обратиться к терапевту. Терапевт вас осмотрит и, учитывая ваше состояние, решит вопрос о назначении вакцинации. Делать прививку или нет – выбор каждого. Но это один из самых надежных и эффективных способов профилактики гриппа. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.